Так, друзья мои, всем приветики. Привет сегодня из Израиля, все, кто нас смотрит на нашем канале. Наконец-то я пришла в лес. Ой, боже. Друзья, посмотрите, какое у нас небо. Посмотрите, что на небе творится. На небе прям такими полосами все заложило. Вот. Переселяюсь я, короче, в лес. Все мне надоело. Принесла кое-какие вещички сюда свое. Из барахлишка, из своего. Вот такие колокольчики у нас расцвели. И вот возникает вопрос, конечно, интересный. Почему человеку, у которого есть своя квартира, не надо платить никаких там этих, ну как сказать, дополнительных платежей, ни аренды, ничего, тем более квартира уже давно в собственности, и она... Ну, не имеет ни машканты, ни ипотеки, как там по-вашему. Вот. Нахрена жить в лесу? Ну, хотелось бы подольше здесь оставаться. Здесь такой благородный ветерочек. Нету никаких соседей. Правда, у нас соседи очень хорошие. У нас зачем мы с тобой, друзья мои, что когда я собиралась покупать эту квартиру, ну, одна довольно-таки приличная женщина дала объявление. В интернете это все было. Ну, в интернете я посмотрела, что это за объявление. И, короче, я с ней договорилась, чтобы прийти посмотреть эту квартиру. Ну, я пришла, посмотрела эту квартиру. Здесь, знаете, в Израиле квартира считается все. В общем, любое почти помещение, которое больше 7,5 метров. Вот вам уже и квартира. Ну, в общем, есть всякие тут такие, что я даже не хочу сейчас говорить. Если кому-то будет интересно, мы поговорим. Значит, мы обсудим эту проблему о квартирах. Я пришла, посмотрела эту квартиру. Смотрю, ну да, действительно, она выглядит как квартира. Она выглядит как квартира. В общем-то, что я там увидела? Ну, я увидела такое, знаете, так неприбрано. Так все, в общем, позасрано. И, в общем, в таком состоянии, ну, в общем, на троечку. На троечку с плюсом была в состоянии квартира. Там жили жильцы, когда я ее покупала. Ну, я, значит, посмотрела, пошла домой. И говорю, я посмотрела такую неплохую, значит, квартиру. И, в общем-то, наверное, сейчас такой период у нас, что нам срочно нужно купить. Мы как раз только что продали предыдущую квартиру. Ну, это я вам расскажу, тоже история была на Патриарших. Продали, значит, предыдущую квартиру, и у нас на руках, значит, оказались деньги, у нас на руках оказались чеки именные, и, в общем, мы оказались... у одного знакомого в гостях, так сказать, у моего знакомого. Мы жили в своей комнатке, он жил, так сказать, в своей комнатке, и общий был салон там, где, может быть, общая была кухня, ну, в общем, неважно. Короче, нам нужно было как можно быстрее что-то такое определяться. И он мне говорит, ну, хорошо, говорит, вот как ночь придет, так пойдем смотреть эту квартиру. А я говорю, ну как это, говорю, ночь придет, и мы пойдем смотреть эту квартиру, там же все спят уже, и все. Он мне говорит, вот мы и посмотрим, спят ли там, или там не спят, и что вообще там происходит, что происходит в этом районе, что происходит на этой улице, что происходит рядом с домом, что происходит в соседних квартирах. Вот это вот мы все и посмотрим. А так ты что, ты там посмотрела, и все. На троечку с минусом, ты довольная, прибежала, уже лапы кверху, я хочу. Вот. И так мы поступили, друзья мои. И поскольку мы жили в этом же районе у этого приятеля, то он посоветовал, значит, купить в этом районе. Он говорит, все, район отличный, тут рядом море и все такое.
Ну, в общем, ночью, когда все ложились спать. А мы туда идем. В общем, мы туда ходили, и ходили, и смотрим, там тихо, и так все спокойно. И так все, значит, понимаете, так все чистенько, и вокруг там парк. И, в общем, полная идиллия и пастораль. И только после того, как мы в этом убедились, значит, мы уже начали там дальше, я вам расскажу, что мы делали дальше. Вот. К чему я это говорю? Я говорю к тому, что даже если учесть то, что у нас в подъезде соседи, супер-экстра соседи на 5 с плюсом, даже учесть, если это, и даже учесть, что если во втором примыкающем подъезде соседи на троечку с минусом, даже, все равно хочется куда-то из этой квартиры сбежать, и уже невозможно дышать. Зимой ты хорошо, ты сядешь у печечки, пригреешься и прекрасно себя чувствуешь, да? А летом уже тянет. Ну, я в основном, конечно, на море бегу, там все, сейчас вот я в лес прибежала. Ну, в общем, вот так вот, друзья, вот такой вот рассказ. Если кому-то понравился этот рассказ, вы, пожалуйста, напишите свою реакцию. И я вам продолжу. У меня много рассказов, друзья. Так вот, друзья, сейчас я немножко еще посижу, проветрюсь тут. Ой, хорошо. Вы знаете, сейчас разрешили вход в лес. До этого был не разрешен. Тут вот недалеко, вот там вот, вот за той поляной, вон там вот. Там, значит, мои эти угодья находятся. Сейчас я вам покажу, что вообще тут на этой поляне происходит. Вот так вот я покручу, и вы увидите. Ну, это, конечно, природа, бесконечная природа, красота необъяснимая и всякое такое. Посмотрите, я вот сижу в тенечке, а тут все солнцем залито, и колокольчики тут, и все что угодно. Ой, я извиняюсь, у меня вот тут маленько прыгает, но это я не нарочно, я вот так аккуратно сейчас возьму, аккуратненько. Дрыгается все, прыгается. Все дрыгается, друзья. Все дрыгается, прыгается. Ну, вот я тут вот с вами остаюсь. Неизменно. Неизменно. Часовым полагается смена. Ну, мне никакой смены не надо. Я еще, как говорится, могу много энергии дать. Могу родине послужить. Как только смогу. Так, ну все, друзья мои, увидимся в следующем отрезке наших работ. Сейчас я переселяюсь в лес, я вот здесь хочу тут устроить. Вот смотри, здесь камень такой. Вот видели, сейчас я вам покажу. Может быть, будет трясти немножко, потому что я... у меня такая селфи-палка, в общем, которая в машине все время болтается. С собой я не беру, а надо вот на нас с собой брать такую, как сказать, ну, треногу, чтобы это все... Так приходится потихонечку, да, она еще и в последнее время начала трястись. Вот, кстати, друзья, обратите внимание, боярышник лесной, посмотрите, какой хорошенький. Это желтый боярышник. Ну, сейчас его нету. А осенью, может быть, будет. Это не всегда он бывает, потому что все зависит от природы. Вот тут вот у меня камень, вот смотрите. Вот такой вот камень. Вот я на нем сижу. Огромнейший такой валун. Вот какой валун. Смотрите. Огромный вот такой вот валун. Я на нем сижу. Вот так вот. И во все стороны гляжу. Тут мое царство. Он такой тепленький, мохом порос. В общем, вот так вот. Балдею. Как кресло. Это моя такая полянка. Тут мы иногда устраиваем всякие спектакли, но сейчас никаких спектаклей нету, потому что вот был долгий перерыв, и никак невозможно, в общем, людей собрать, кто-то еще боится приходить. И вообще, я, вы знаете, что считаю, что новый друг всегда лучше старых двух, несмотря на то, что это, ну, как говорится, имеется в виду обратное. Но у меня ничего обратного не имеется, я вот так вот. Так что передаю, друзья, привет всем своим подписчикам. Без вас просто не будет никакого канала, ничего.
Ну вот, значит, кому? Тимофею привет, Артемке, Сереге, Ивану, Ирочке привет. Ирочке привет. Ну, еще, может быть, кого-то я сейчас не очень хорошо. У меня в голове уже от солнца три-ди-ди-ди. Еще посижу на этой поляне. Сейчас я зайду в одно место. Вот тут же, не отходя от места, я вам покажу дикие лилии. Ну, они уже ушли, к сожалению, цветы опали. Но сама эта розетка еще осталась. Вот, может быть, Светочке тоже привет. Света, ты меня слышишь? Привет тебе из Черновцов. Все, друзья, пока. Бай-бай.